Предлагается к продаже вертушка японского происхождения, изготовлена в Японии, питание 100 вольт, Пионер PL310. Состояние вертушки идеальное, шпон просто в идеале, шпонированные вещи очень дорого ценятся, петли в идеале, шнуры в идеале, крышка вообще без царапин, без сколов, как будто с завода. Вот, комплектуется шеллом и картриджем Пионер. Состояние отличное. Тонар в отличном состоянии, без всяких люфтов, без всего. Вертушка полностью ручная, никаких автоматов и прочей лабуды. Две скорости воспроизведения, 33 и 45. Значит, начинаем воспроизведение. Тонар. Включается он. И опускается на трек. Тан-т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 ан. Шикарная вертушечка, шикарная. Таких сейчас все меньше и меньше в таком состоянии. Да и самих моделей. У меня есть еще 404. Та подороже, та вообще навороченная с подъемом тонарма. Пожалуйста, обращайтесь. Ну так, практически все. Раз перевели, раз опустили. Ручная она надежная. Пасиковый привод тоже надежен. Ну, все. Такой вот аппаратик. Спасибо за внимание.